Киров пришел грипп. Такой диагноз врачи поставили жителю города на минувшей неделе. Всего простуда подкосила больше 6500 жителей области. В Роспотребнадзоре отмечают, сейчас заболеваемость ОРВИ на 1,5% ниже эпидемического порога. Всплеск врачи прогнозируют на новогодние праздники. Пока же кировчанам настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики, следить за гигиеной и питанием. Самое время включить в рацион витамины. Также кировчанам советуют чаще проветривать помещения.